Нет там. Подходи близко. Блин, им вообще урон почти не надо. Интересно, что у нас. Короче, я спрятался, меня нет. Вот почему крафтить аптечки нельзя, а? Тут мне кажется, они бесполезные. О, аптечка. Так, тут все равно тупик. Надо открыть. Ай, да уж. Вроде бы мы не брали ничего такого прям супер крутого. Я главное открыл, а ты прошел. Тоже нечестно. Здоровяк. Я пустой. Они сейчас живы были. Блин, просто зомби живых. Я сюда хорошенькая палочка. Да блин. Из себя не достал, это мало ли. Нет, но он меня плюнул. Но я как нормальный человек спускаюсь. Ой, выход сразу. Я тут уже. Мы тут глава за главой просто проходим сам по себе. Где мы? Опять карта недоступна. Мы сейчас видим, где недоступна. Во. А вы кто такие вообще? Приятно видеть новые лица. Вы пришли через канализацию? Значит, эти твари тоже смогут через нее пройти. Мосты должны были быть подорваны.
какой-то план. Кто вы, скажите мне, ради бога, такие, и как вы сюда попали? Вы пришли сюда забрать еду и лекарства. Мне жаль, но это исключено. Наши запасы ограничены, и нам понадобится все, что у нас есть. Сейчас мне больше нечего вам сказать. Меня ждут люди, и мне нужно заняться делами. Этот урод слово в слово повторил то, что сказали эти козлы в полицейском участке. Все катится под откос, и теперь каждый за себя. 300 семей. Самые богатые ублюдки в городе. Все как в Новом Орлеане. Главное им прикрыть свою задницу, а гетто пускай горит. Они играют за свою команду. Думаю, и нам стоит последовать их примеру. Что ты имел в виду? Я говорю, нам надо найти того парня с радио. А спасатель? Мы же обещали помочь. Да в жопу спасателя. Если бы не он, мы бы тут не застряли. Ну, звони. Джин, ты тут? Да, тут. Вы нашли что-нибудь? Мы сворачиваемся. Забери нас у выхода из канализации. Но что вы собираетесь делать? Если мы хотим выжить, надо уходить. Здесь нам не помогут. Так это мы должны помогать другим. Только мы и можем помочь. Я не смогла спасти отца, но я еще могу спасти других. Джин, послушай. Лучший способ помочь остальным – найти этого человека с радио. Только он знает, что тут происходит. Здесь мы просто теряем время. Я обещала людям найти им еду и лекарства. И я это сделаю с вами или без вас. Либо действуем по плану, либо я забираю машину, а вы как хотите. Ты без нас тоже не справишься. Ты же это понимаешь. А если ты бросишь нас тут без машины, то и нам не выбраться. Никому не выбраться, если мы им не поможем. Она права. И что ты хочешь делать, Джин? Скажи нам. Достать для всех припасы. Курорт, церковь, полицейский участок. Полицейским? Ты что, шутишь? Мы достанем припасы для всех, кроме копов. Эти в состоянии позаботиться о себе сами. Потом найдем того мужика, окей? Я буду у выхода. Конец связи. Калывая об стену. О. Столько крови. Все забрал. О, это пригодится. Черт, это все наша еда. Че ты глазами пробуешь? О, апельсин. О, последний гейсик успел. Все. Это вся наша. На любез за бабе. Даже дома зачем? Only a matter of time before the pool riot and break down the gates. И мы опять идем к ним, да? А тебе что надо? Я слышал твой разговор с мэром. Я знаю, где найти то, что тебе нужно. Недалеко отсюда есть рынок. Проблема в том, что там обосновалась одна банда мерзавцев. Они убьют тебя, как только увидят, но я знаю, как можно пройти через канализацию. Путь будет непростым, но ты же не из тех, что так просто сдаются. Ну как тебе? Да. Все входы на рынок забаррикадированы, кроме одного, о котором знают очень немногие. Иди вниз и поговори с охранником у двери. Этот алкаш пропустит кого угодно, если поднесешь ему. Это единственный способ. Я не должен никого пропускать, но могу и закрыть глаза, если вы для меня кое-что сделаете. Да.
Я у этих чертовых ворот торчу уже целую вечность. Не могу даже поссать сходить. Так что если ты сходишь в кабинет мэра и принесешь оттуда бухла, я буду очень признателен. Сгодится что угодно. Раз уж мне приходится тут сидеть и ждать конца света, пусть этот надутый придурок хотя бы скрасит мое ожидание. Согласен? Есть? Спасибо. Это мне немного поможет. Удачи тебе! И обратно в канализацию. Я вообще не успеваю следить за сюжетом так-то, если посудить. Да, там он, не, он слишком маленький и быстрый. Проходи. Него лучше кидать так же. Так урон уже больше гораздо. Блин. Мясо самоубийцы. Где? Уже у меня. Или там ты тоже взял? Я тоже взял. Да пошел ты нахрен! А я почему? Так. А я думаю, ты сам тут поступился. И встал посреди дороги. Спасибо. Я и тебя попал? Нет. Я скажу спасибо, что ты спас меня. Да, знаешь, непонятно с твоим голосом. Меня спасибо, просто да, говори. А, жду тебя. Тут сколько глав вообще, по-моему? Ну, немного. Что, у нас сильные ноги стали. А, это добивание-то, да? Не-не-не, просто обычные ноги, я на 200 урона ноги помимо. Моими руками можно так забить. Да, фух, я думал, я еще застрял. Тут скрыть замок надо.
что там делаешь? Бомба летучая. Бомба из баллона. Я открыл. Ну, фигово, конечно. Ну ладно. Не, на 300 урона вообще. Если еще сейчас пропускал. На 400. Все, я давно тебя жду. Все? А, вот там надо открыть тоже. Тут что у нас? О, ты что-то еще. Сейф на постой. Инвентарь полон, пусто. Да, на меня напишено. Да. Все, заходим. Окей. Что за мудак вас впустил? Не поверишь ты. Дорогой шампанское, алкоголь. Эти холодильники осматривай, там у них много чего полезного. Много энергетических напитков, прям вообще много. Смотри, как надо, вот так вот. Ты все. Короче, там еще двое осталось. Еще один в дверях. Ну это было красиво. Я бы всех бы убил, было бы хп только. Не заходи к ним в холодильники, давай обыщем. Ну, закрытый прям холодильник, там у них там шампанское, что-то видел, еще что-то видел. Вот, зайди, вот, иди сюда ко мне. Вот. А, ну тут лимонусок, ладно. Не, в некоторых прям там холодильник был. Дорогое шампанское, еще. Сколько алкоголя, почему не убили, не взяли? Да, это тоже неправильно, нечестно.